Итак, друзья, как обычно, всем привет. Естественно, это канал путешествия не только. Сегодня мы с вами находимся в агрогородке Гервяты. Это Островецкий район. А здесь, смотрите. Вот такой вот костел Святой Троицы. Чем-то напоминает кёльнский. Надеюсь, мы сейчас в него зайдем. И я вам его покажу. Короче, я зашел внутрь костела. Здесь вот такой высоченный потолок. Я не знаю, конечно, здесь можно ли снимать. Смотрите, я, конечно, не католик. Но, смотрите, в костел уже можно и посидеть, и все такое. А у нас все надо стоять и стоять. Вверху вон орган. Конечно, не очень большой, но хоть какой-то иконы. Это показано. Концепция развития территории парковой зоны. Такие вот иконы. Еще. А вот их и главный центр этого костела. Здесь такое заседание как будто. Здесь вот уже и происходит здесь все это богослужение. И здесь вы видите тоже. Везде скамеечки. А у нас в церкви надо все время стоять. Туда, видите, вон идут ступеньки. Ступеньки туда вот идут. И там вот кто-то стоит. Такие вот витражи. Камера, конечно, засвечивает ее, но витражи с изображением всяких сил. И я удивляюсь, просто высоченнейший потолок, я не знаю, метров в высоту 15, может быть, и то и больше, я не знаю. Реально, Кёльн отдыхает. Мы сейчас из него выйдем и покажу я вам часть, то есть дворик его. Вот как я в начале видео говорил, это костел Святой Троицы, построенный с 1899 по 1130, то есть он достаточно новый. Что-то ему 115 лет. Вот. А сюда идет вход. Сюда идет вход. И здесь такой, ну скажем так, небольшой парк или что тут. Вот видите. И здесь всякие стоят скульптуры сил. Гервяты небольшой поселок, агрогородок. Рядом находится атомная электростанция, где-то здесь. 5 километрах, ну грубо говоря, на обратном пути, когда поеду, я покажу вам сдалека. Конечно, внутри и близко подъехать электростанции нельзя, потому что охраняется армией. Видите, как высоко, реально как в Кёльне, хотя я в Кёльне никогда не был. Вот и сам посмотрел Кёльн в миниатюре, может быть, белорусский Кёльн. Но мы с вами продолжаем, обходим Гервяцкий костел Святой Троицы. А с другой стороны памятник, видно, это был ксёнс Кунигас Леонидас Нестиукас. Я не понимаю литовский язык. Умер в 2017 году. Ну что ж, славное местечко это Гервяты с этим костелом, который достаточно немного, я вам хочу сказать, 115 лет это достаточно мало такой костел, хотя он и пережил две мировые войны.
А вот и атомная электростанция, про которую я вам уже говорил. Совсем недалеко от Гервят. В километрах 5, а то и в 3. Куда вот ее засунули? Прямо к Литве.